На сегодняшний момент подготовлено 30 таких мест для высадки деревьев. Этим будет заниматься Зеленстрой. Изменения не затронули интересов автолюбителей. При этом в популярном отдыхающих месте появится зелень, которой очень не хватало. Следующий этап – обновление фасадов, приведение их к единому современному виду. Переговоры с владельцами торговых точек прошли. Большинство из них поддержали инициативу, понимая, что респектабельный вид повысит привлекательность, а следовательно и интерес потенциальных клиентов.